27 апреля нам свет выключили, и мы вот это тут. Тут мы еще втроем жили. А это нам перекрыли, потому что у нас тут бежала на постель, на все. И мы все забрали. Дня два мы уже тут не живем пока. А вот жуйку поставим, потом, наверное, придется опять сюда идти. Там же забить некого, да. Запущено, не запущено, туда не пойдет. Уже ноги подорвались. Дрова, клен пиляем, что в огороде растет, то и заготавливаем. Зима будет тяжелая. Вон на речку пойдем пилять дрова, в лес ходить нельзя. Мы пытаемся запастись элементарно, мы можем в кастрюльке всю воду, ну, закипятить или суп мы кипятили недавно. Вот. Пока нет газа, я купила маленькую вот такую вот электропечку. Таких у нас два. Это мы еще давно покупали. Вот. Ну, то есть, ну, батареи, ну, сейчас они вообще почти не теплые. Вот. Есть еще такое тоже теплое одеяло. Вот. Ребенок сейчас спит со мной, ну, потому что ему там то прохладно, то еще что-нибудь. Поэтому он спит со мной.